картошка. Ой, скажи, вкусная печенька, да? Да ты милашка такой. Милашка. Печеньку он научился кушать, да, Тоша? А водичку пока не научился пить. Да ты мой хороший. Проголодался, скажи я утром. Ой, Господи, ну что ж ты, прямо еле на ногах стоишь, что ли? Вкусно очень. Вообще, сурки, я так поняла, что любят сладенькое. Сладкие фрукты, сладкие огурчики. Ну вот и дело до кондитерских изделий дошло.